Свежий модуль Neverwinter «Проклятие долины ледяного ветра» добавляет в игру новые сюжетные задания. Эпическое снаряжение из черного льда, героические встречи, кампании ПВЕ и ПВП, новый путь идеала для класса охотника-следопыта и многое другое. Черный лед, добываемый в новых землях, используется для создания самого лучшего снаряжения в Neverwinter. Добывайте этот минерал в областях ПВЕ и ПВП, чтобы усилить свое снаряжение с помощью очищенного или порченного льда. Продолжая баловать игроков открытым миром, «Проклятие долины ледяного ветра» открывает перед вами героические встречи, случайные ПВЕ задачи, различающиеся по масштабам и сложности. Также в новом модуле вас ждет новая кампания ПВЕ, действие которой разворачивается на перевале Ледяного Ветра и в долине Дворфов. От успехов кампании зависит количество наград из Черного Льда. Странники могут повторно выполнять задачи, получать новые дары и зарабатывать благодарность жителей Керкёнига. У странников теперь больше возможностей для развития охотника-следопыта, включая новые боевые, свободные и ежедневные умения, а также три новых классовых особенности и три новых навыка. Кампания ПВП содержит новые цели и награды для странников, предпочитающих доминирование и ПВП в открытом мире. Кроме того, списки лидеров ПВП позволяют сравнить свой ранг в доминировании с рангом других странников. «Проклятие долины ледяного ветра» содержит множество новых материалов и игровых особенностей. Познакомьтесь с холодной стороной Neverwinter.